Вот здесь начинается. У вас как величать? Здравствуйте. Алла Ивановна. Алла Ивановна. Меня вот Олег. Сад. Здесь сад начинается у них, да? Это вот калитка туда в сад, да? Да, да. Яблони свежие такие, молоденькие, вижу, да? Да, да, и груши там. Ежевика есть. Добрый день. А вас как звать, Сергей? Сергей. А вас? Олег. Олег. Ну, сейчас пойдем. Гараж тоже сюда относится, да? Да, да, да. Гараж, колодец. Дворик. Здесь сараев очень много, я смотрю, хозпостроек, да? Так тут коровы, телята, свиньи были, куры, гуси. Полностью комплект, да? Да. Ну что, сестра все держала, как положено. Правильно. Так что... Молодцы. Тут летняя как бы верандочка такая настройка. Нет, там летняя еще есть, вон там. А будет с мебелью продаваться со всеми или будут что-то забирать? Не, я знаете? Не знаю, наверное, что-то еще возьму для себя. Понятно, летняя. Дальше что у нас? Это у нас кухня, да? Ну, это кухня с печью. А вы что, даже с мебелью хотите? С мебелью? Ну. Ну, желательно, почему нет? А чёрт, она вам мебель чужая. А где брать? Что вы не найдете чего-нибудь? Так интересно. Печь русская, да? Да, палится, как положено. А что за кран тут? Вода в дом подвезена? Колодец домашний, самый лучший. А здесь что? А это рукомойник. Нет, так рукомойник, а это вот. Ну, это просто так. Дети привезли. Для декорации, да? Дети привезли. Так, тут что, спаленка такая, да? Ну, да. Вот тоже спальня. Стеклопакеты уже поставили, стоят, да? Да, все. Балки такие выносные сюда. Теперь же этой самой модно, как эти балки. Как-то с Калининграда приехала подруга моя, а муж обшил так вот. Ты видишь, вот тут крысы-то не будут летать. А ты мне подшивал, ну, зашил полость с балками. Там крысы бегают. Он взял да зашил по этим балкам, да? Ну. Нормально, красавчик. Тут какая-то комнатка, да? Спальня, печка. Печка? Да. Греет, как положено, эту ключу. Понятно. И за сколько вы хотите обычных купить? Обычных это каких? Ну что, я не знаю. Вы же на какую-то сумму прицениваетесь, наверное. Да мы-то прицениваемся по разным ценам, но дело в том, что есть же хозяйка, хай она и ценит, сколько она просит. Не-не-не, ну вы все равно же что-то... Вот, вы же побывшие везде, знаете, сколько что эта сумма стоит. Диванов тут, так я не знаю, сколько тут штук их, да? А вы знаете, трое детей было? Трое детей в этой хате было, годовалось. Да. Трое детей, вот. Пойдемте еще на улицу посмотрим. Сын, которого нету в живых, он милиционер был, майор милиции. Я заметил. У вас там фотографии есть. Да, да. Вот. Не знаю. Невест. И по двое внуков, представьте себе. Ну а вы как вот думаете, сколько за ее можно получить гроши? Я не знаю. Ну вот хозяйка просит 5000. 5000 просит? Да. Ну, это ее право. А вы как думаете? Не знаю. Ну как бы я. Что мне думать? Мне я сделаю видеообзор. А люди напишут. Да. Отзывы, комментарии. Ну еще вот эта летняя кухня, где они проходили еще мероприятия. Свадьбы, день рождения, да? И свадьбы были, да. Да, свадьбы там были, а дни рождения, подвал внизу. Подвал даже картина Репина есть. Да, это же теперь супер модная картина считается. Вот это? Что-то туда в дом пошло.
Не знаю, ему уже мышка какая. Не мышка, хлопья снеки. Без майки. Без майки? Ага, какая мышка. А? Большие, большая мышка. Сейчас спросим. Так, на сарай пойти еще посмотреть, да? Да. Что ты тут делаешь? А ну-ка положи все! Вот. Я позвонил Валя. Ты сейчас видите камеру свою в жопу засунешь, понял? А ну-ка иди, положи все! Никогда не... Ничего, я принесу все. Ты снимай себя тут, понял? Иди отсюда, вон, щенок. Мышка, позвони, чтоб я снял. Иди отсюда, вон! Ромчики ебаные, блядь. Иди вон, щенок. Ну, это было, ну, типа ступки. Это вот, все. Тут картошка хранилась. Что-то, а что-то крыто тут. А здесь что, дровотник, надо? Да, дровотник, что-то он открытый, да, наверное, они дрова. Дрова есть на зиму? И тут много таких хозпостроек. Свинья гляделище. И тут здесь катуш... коровы были. Здесь сарай, ветер сдул. Вот. Ну, здесь солома, сены, все такое было. Тоже это буран был. Там листы поднять надо и положить наверх. И все, что здесь достопримечательности в деревне? Там магазина нет? Нету, только привозные автолавки, да? Автолавка, вторники, пятки. Лес есть, ягоды, грибы. О! Хватает, да? Вон, лес. Видите? Молодой сад здесь, да? Ну вот видите, сын садил. Вообще в этом году яблок урожай хороший, я вам скажу, да? Усыпано. Ну да, есть, если удержится. Если удержится. Если дождя не будет посыпаться. Ладно, пойдемся дальше. Так что вот такой вот домик с многочисленными хозпостройками. Сестра обшивала. Не нарадовалась. Ну да, красивенько. Не нарадовалась, еще хлопцу просила. Хлопчики, рабите добро, рабите хлопчики добро. Ну что, закрывайте тогда, посмотрели мы, в принципе, все, выключайте свет. Сейчас, ребят. С Богом, как говорится, кто-то ж купит. Двор, колодец. Так что спасибо этому дому. Поедем мы к другому дому, посмотрим еще что. Такой домик, колодец. Ну, дворик приятный такой. Почистить, посидеть нормально. Что, поехали? Да, тут нормально, они недавно были. А где-то я ключ положила. Говорит, спасибо этому дому, поедем к другому. Ну правильно, господи. Вам лишь право выбора надо.